И не местные власти, а именно, короче, те, которые управляют местными властями. Спустимся, да, которые... спустимся до уровня нашего двора. Сколько ты кредит можешь взять? Смотри, сколько, да, вот во дворе, сколько ты кредит можешь, по сколько процентов взять? У кого? Возьми. Ну, Комса возьми. Как Даша, наверное? Так как Даша, он и так дура. Ну, он, а что? Блядь, Эйнер у тебя возьмет, видишь, его согласен. Вот видишь, так он уже взял, еще вещи. Я почти никому не должен, мне там тоже Комс должен. Сука, спонсор, Кокс, наверное, надо и мне в тебя что-нибудь позначить. Эйнер, я тебе говорю о том, что у нас, короче... Супер, бери, отдожди. Браво про газ? Серёг, а что ты скажешь про газ? Но я не еврей, я ему только подражаю, если что. Мне вот невыгодно, пацаны, невыгодно, а что нет? Чем... Вот человек из давайте джипа. Давайте выключим эту хуйню. Человек из джипа. Чем он хорош? Кто, я? Нет, человек из джипа. Человек из джипа. Нет, человек из джипа, вчера я такой, блядь. Я всегда говорю, это же элита, так называемая элита. Так называемая, стоп-стоп. Вот как, ты уважаешь этих людей, которые в джипах сидят? Нет, абсолютно. Он местечковый, местечковый. Почему тогда я ради него должен... Бельчик, а я вообще не должен. Субъективно, он хуже, субъективно. Он более глупый. Он продажный, у него нет идеи никакой, всё, правильно? Зачем я даже ради него? Правильно, но, Бельчик, берем теперь не субъективную сторону, хочешь а еще объективную. Отдашь мне? Пустые, социально, сегодня, он намного выше тебя. Сегодня я не смогу. А, да я понял, одна, там вторая.